музыкальной Черноморской школы, филиал Фонтанка. Украина. Исполняет Дмитриевка Романа. Мизинчик исполняет Анкудинов Кирилл. Мечта. Собибор Сергей. Thank you.
Ворожини, ворожи, исполняет толстых Катя и толстых Вика. «Весна под зонтиком» исполняет дуэт баянистов.
Силаева исполняет припев «Караван». Прокофьева Валерия.
украинский народный танец «Убиванец» исполняет квинтет народных инструментов. Цыганский танец исполняет танцевальный коллектив «Сюрприз».
Неприятность эту мы переживем. Исполняет Синишина Валерия. Thank you.
Чистая Волька исполняет Грищенко Настя и Грищенко Арина. Буду слушать.
Украинский сувенир в исполнении Опришка Вероники. Нам зашла тишина, аллея.
фестиваля «Мелодия весны» в Киеве хореографический коллектив села Фонтанки «Дети солнца». Хореограф-постановщик Ксения Галушко. Хип-хоп. Thank you.
Чтобы
а я не скрывался. Также Будинов Кирилл. Вот Будинов Кирилл, это же особое слово, это наш талант, понимаете? Дело в том, что на конкурсе был, так, в смысле, ему лучше всех выступил, за лучшее выступление, я тоже так заикался. За лучшее выступление это был отмечен Будинов Кирилл. Так что у него чувствует инструмент и все прочее. Нет, это как бы удовольствие. За участие в заданном смотре конкурса музыкального музаика диплом второй степени награждается Судебор Сергей. Победителем почти второй степени, это уже почти что первое. На следующий год будет первое. Сезонный рассмотрен курс музыкального мозаика, на мозаика награждается также Коган Владислав. Все, спасибо всем за внимание. Всего доброго.